Добрый вечер. Рады, что победили. Хорошая была игра, победа была заслуженная. Однако Динамо было сегодня два опасных момента. Оба Куличенко помог ему бороться забить, просто простил нас. Я считаю, что такие ситуации недопустимы, и будем над ними работать, чтобы такого впредь не повторялось. Потому что забил он первый момент, было бы 1-1, либо даже, когда Исап забил бы во втором моменте 2-1, ситуация сразу для нас намного осложнилась бы. Поэтому будем над этим работать. Спасибо, коллеги, время ваших вопросов. Просьба поднимать руку, представляться, задавать вопросы. Давайте, Игорь, начнем. Видимо, без микрофонов. А, нет, есть микрофон, сейчас давайте. Доминика. Блестящий матч провел Роман Зобнин. Такого Зобнина мы осенью не видели, пожалуй, ни разу. С чем вы это связываете? С его прекрасной функциональной готовностью, с матчем, с тем, что он играл против своей бывшей команды и, может быть, против немножечко реваншистские настроения у него есть против болельщиков «Динамо». Или с тем, что он вернулся на свою исходную позицию и больше не хочет никогда играть по правой бровке, а хочет играть в центре поля? Не хотел бы, конечно, сегодня говорить в отделе с футболистом, потому что считаю, что это сегодняшняя победа, это заслуга всей команды, всего коллектива. Ну, если вы так настаиваете про Зобнина, то да, согласен, он сегодня провел прекрасный матч, очень хорошо смотрелся. Касаемо его позиции, то я считаю, что он и крайним защитником прекрасно себя показал в прошлых матчах. Тем не менее, было у нас время на сбора для того, чтобы подтянуть еще игроков на эти позиции. Видите, сегодня сыграл Рассказов, еще и Ещенко у нас есть в запасе, и это позволило, собственно, Роману вернуться на свое более привычное место. Но я считаю, что при необходимости он и на краю прекрасно себя покажет, он для игрок достаточно универсальный. На самом деле, вы часто мне задаете подобные вопросы, в том числе на матчах, в пресс-конференциях. Я думаю, ни одна команда не делает предматчевых пресс-конференций, только мы. Но я повторюсь, что я не буду отвечать на эти вопросы, дабы не давать пищу и форму своим соперникам, своим коллегам по тренерскому, да, в других командах. По поводу ротации ЦСКА, надо посмотреть завтра, посмотрим, какое состояние у ребят, как они будут восстанавливаться. И сегодня вечером уже начнем готовиться к следующему дерби. Касаемо Коли Рассказов, прекрасно сегодня, считаю, игру он провел и прессинговал, и видно, что силы, и бежал до конца. Что касается атак «Динамо» по флангу, во-первых, я не настолько уверен, что они больше атаковали именно со стороны Коли. «Динамо» хорошая команда, и с двух флангов они сегодня атаковали. И касаемо оборонительных действий крайнего именно защитника на фланге, то не только он должен закрывать эту зону, этот фланг. Там очень важна работа восьмерок наших, которые помогают крайнему защитнику. Иногда нападающий может туда смещаться на фланг. Когда крайний защитник поднимается, да, выше в атаку, не успевает вернуться, то даже центральный защитник, в частности, должен также смещаться и перекрывать его. Так что ни один Коля отвечает за фланг. Это комплекс целый. Соболев отличный игрок, он профессионал, он молодой. Он учится постоянно, приятно видеть, как он смотрит наши теоретические занятия. What is your face now? С открытым ртом, понимает информацию. Сегодня провел также прекрасный матч, было два хороших момента, мне в первом тайме мог забить, но, к сожалению, не получилось. Но будем надеяться, что это следующий шаг уже будет. Обращение к болельщикам от клубов, с учетом того, что впереди еще ждут игры. Я не знал об этом, к сожалению, что это произошло. Мне жаль, что это случилось, и я не одобряю подобного поведения. Считаю, что свою команду можно поддерживать более чистыми, более мирными способами, что информация не в курсе.
По поводу рисков я на самом деле не понял вопроса, потому что какие здесь могут быть риски. Многие команды играют 4-3-3, также получается с одним опорным полузащитником, при этом 4 защитника на последней линии. Мы же играем 5 защитников и одного центрального полузащитника. Более того, рядом с Кралом постоянно работают наши восьмерки, которые также могут помочь ему в обороне в том числе. И Крал сам достаточно универсальный игрок, может сыграть как опорную, так и восьмерку, и центрального защитника в том числе. Касаемо Наиля Умярова, это достаточно чувствительная потеря для нас, то, что он выбыл из строя на какое-то время. Молодой футболист 2000 года рождения, но он уже показал, на что он способен, прекрасно сыграл за основную команду, несколько матчей. Надеемся, что как можно быстрее вернется в строй, и по поводу того, сложно ему будет завоевать снова в таком составе, но даже если будет там сложно, я считаю, что это хороший знак, когда есть такая конкуренция в команде. Но надеюсь, что у него все будет хорошо, у него прекрасный характер, он профессионал, он будет биться и бороться за место, безусловно. Прежде всего, спасибо за комплимент. Первый раз мне что-то приятное в России сказали, похвалили меня. Касаемо игры, то легче всего сказать после победы, что все было хорошо. Но я не такой человек. Не могу сказать, что вам все замечательно, небо голубое, солнышко светит. Правда, как и после поражения, нельзя сказать, что все было плохо. Всегда нужно искать какие-то положительные моменты. Касаемо рассказа, почему его позвал на бровку, мне очень понравились его бутсы, надел новые бутсы. В перерыве я подошел, сказал, классные, Коль, бутсы. Я тоже таких хочу на следующую тренировку. Спасибо большое. Спасибо большое, коллеги, всех сочувствующих с победой.